Оля, помогите, у меня нет кисти. Что? Давайте я пластырь быстро сделаю. Что, не помогает? Кстати, смотри, какая у него рука, именно вот, вот так. Ну давайте попробуем нарисовать. Может быть, что-то получится? Оп, 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 оп и оп. О, смотрите, прям в точь-в-точь, смотрите, прям рука. Одна только шевелится, а другая такая. Да, смешно, конечно. О, нет, я что-то потеряла. А где оно? На полу нет. О, нет, мне же нельзя так ходить. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я дорисую кое-что. 3, 2, 1. Молодец, я дорисую кое-что. Да, тебе точно так нельзя ходить, поэтому тебя срочно нужно нарядить. Так, давайте ей нарисуем то самое. Да что вам не нравится? О, смотрите. Отлично, теперь все хорошо. Теперь точно все хорошо, потому что, ну, я нарисовала такую ей одежду. О нет, что с этим пацаном? У него чего-то не хватает, серьезного? О нет, у него реально не хватает. Точнее, ему не хватает головы, давайте еще ему лицо пририсуем. Ой-ой! Помоги мне дорисовать кое-что. Ладно, ладно, сейчас. Так. Оп! Он сразу так обрадовался, как ему нарисовали шорты. О нет, помогите! Ой, как я разговариваю, у меня же головы нет! Что? Быстро, 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 быстро. Чи-чи-чи. О, нет. Я хотела прикольную голову нарисовать, ладно? Смотрите, как я ему нарисовала. Ну, я хотела 2 глаза нарисовать, но в итоге один глаз в одной стороне головы, а другой в другой. И я нарисовала смешную улыбку. В принципе, лайк. Как он показывает. Вы поставили лайк? Ну вот он поставил. О нет, что здесь-то с этой дорогой? Эвакуация, эвакуация. Что? Что это такое? Какая эвакуация? Я вообще ничего не понимаю. Смотрите, этот паренек хочет нажать на кнопку, которой нет, видимо. Давайте нажмем. Так, здесь явно нужна красная кнопка. Ну, как вы видите, если здесь красная, тогда нужна кнопка. Так, давайте вот такую кнопку. Может быть, большую кнопку? О, да, большая сработала! Спасибо, теперь я на воздухе, то есть на парашюте. А так был на самолете. И чуть ли не разбился, но спасибо тебе все равно. Да, пожалуйста. Что с ним? Где мой бургер? Я бургер заказываю именно с ветчиной и... с мясом. А его мне ни бургеры, ни бургеры с ветчиной, с мясом. Вот это да. Не принесли, оказывается, бургер. Ну сейчас не волнуйся, паренек. Сейчас тебе нарисуем огроменный бургер. Что ты будешь радоваться. Вот, смотри. О, какой вкусный бургер. Уже хочется так его съесть. Ну да, аппетитненький бургер. Конечно, аппетитненький. Самый аппетитный... бургер. О нет, где мяч? Я же только что ее видел. Сейчас я перерисую мяч. Вот. Угу. Нам говорят, что это почти верный ответ. Давайте здесь, может быть, рисуем. Да, оказывается, не он словил, а гол. То есть он промазал, можно так сказать, мяч. Гол! Отлично! Ой, я здесь один. Один, совсем один. У меня даже нет цветочка. Цветочка нет? Да нет проблем, сейчас я нарисую. Так, 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 так. Может быть, так? О, да! Смотрите, теперь он радуется, что появился цветочек. Смотрите, здесь какая-то паутина с какой-то мухой. Может быть, попробуем нарисовать паука? Так, так, так. Так, так, так и так.
Да, отлично. Теперь той мухи, которая была на паутине, не стало. Все, теперь ли мухи нет, она замоталась. Паутину мою. Хорошо, что я ее сделал. Зато позавтракать есть что. Ну да. О, у меня совсем нет ведра. Я так хочу ведро. Может быть, мне не ведра, не хватает, а снега. Даже не знаю, чего мне не хватает. Ну да, тебе реально что-то не хватает. А, точно. Ведра. Давайте нарисуем ведро. Оп, оп. Нет, не похоже на ведро. Давайте попробуем вот такое ведро. Оно более похоже. Нет. Хорошо. Раз это не похоже, давай вот так. Так. И вот так. Нет, хорошо, давайте еще раз попробуем. Давайте вот такое ведро. Нет, не похоже. Почему не похоже? Ну вот вы догадались, что это ведро. Давайте вот такое нарисуем. И вот с такой штукой. Нет. Давайте тогда поменьше попробуем ведро нарисовать. Нет, не похоже. Давайте тогда не слишком большое, не слишком маленькое. Ну, и я слишком его кривым нарисовала. Нет, не похоже, хорошо. Тогда вот так, так. Теперь делаем так и... Оп. Нет, не похоже. Совсем не похоже. Что тогда нарисовать? Точки? Снег? Нет. А, хорошо, давайте попробуем полукругом нарисовать. Вот так и... Так. Не похоже. Давайте тогда так, так и так. Нет, давайте попробуем под наклоном немножечко. Может быть, там ветер все-таки. Вот, видите, я даже ветер рисую. Холодно все-таки. Ну, на самом деле не холодно, но... Как видите, снеговик скучает почему-то. Даже плачет немного. Так. Совсем не похоже. Да что ж такое-то? Может быть, так? Все равно не похоже. Давайте так попробуем. Наконец-то у меня появилось свое ведерко. Теперь я не одинок. Да, теперь ты не одинок. И с какой попытки я нарисовала это ведро, вы не представляете. Бульк, бульк, бульк. Что там булькает? Даже не знаю, ведро может быть тоже нарисовать, чтобы капало оно туда. Нет, не похоже. Так, тогда давайте попробуем, ну, что ли, тарелку нарисовать, чтобы оно туда капало. Нет. Может быть, стакан попробуем нарисовать? Оп. А если так? Не похоже. Может быть, пластырь попробуем нарисовать? О, у меня есть идея. Давайте нарисуем швабру. А хотя она накапает. Нет, не похоже. Давайте попробуем тазик нарисовать. Оп, оп, оп. Ну, это ты на тарелку тоже сам похоже. Нет. Что же можно еще? Вот так здесь. Опа-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, совсем. Это точно не то. Так, что же все-таки нарисовать? Даже не представляю. Ну, давайте попробуем все-таки кружку. У нас только это осталось непопробованное. Так, и вот так. Нет, не похоже, хорошо. Давайте еще раз тогда кружку попробуем нарисовать. Вот так. Вот так. Вот так. И так. Не похоже, ладненько, ладненько. Давайте еще раз попробуем кружку. Потому что мне все-таки кажется, что это кружка. Ну да, мне, наверное, не похоже кружка, но... Сейчас посмотрим. Все равно не похоже. Может быть, у меня слишком большие кружки. Может быть, попробуем нарисовать самую обыкновенную кружку. То есть небольшую, маленькую. Где...
Капли капают. Давайте так, и давайте попробуем еще так рисовать. Нет, не похоже. Хорошо, хорошо. Давайте тогда так. Так, так, так. И так. О, все, наконец-то. Теперь уж нету этой лужи, которая была. О нет, мои инструменты просто летают. Что мне делать? Ну слушай, чувак, я реально не знаю, что тебе делать. Что это за оранжевая штука? Даже не понимаю. Может быть, шапку ему нарисовать? Нет! Может быть, ему нарисовать... Что же можно ему нарисовать? Может быть, еще один инструмент? Давайте попробуем какой-нибудь такой инструмент. Но это не инструмент. Что может быть еще? Давайте попробуем гаечный ключ нарисовать тоже здесь, вот так. Уэп. Оп, оп, оп. Хотя давайте попробуем магнит нарисовать. Может быть, это поможет, магнит? О, хотя это оранжевое, поэтому магнит здесь маловероятно. Нет, это совсем не магнит. Может быть, язык на нему нарисовать? И это тоже был неправильный ответ. Так, ну, смотрите, здесь все летает, и вообще непонятно, что нужно пририсовать. Давайте попробуем каску ему нарисовать. Может быть, это похоже на каску? Наконец-то теперь мне не стучит ни гаечный ключ, ни молоток по голове. Ну да, ничего не стучит. Смотрите, сова спит. Но, знаете, сова спит только днем, а просыпается она ночью, поэтому давайте нарисуем луну. Потому что только этого, наверное, не хватает. Нет, давайте просто вот так вот нарисуем, попробуем. Нет, хорошо. Может быть, в эту сторону перерисовать? Тут-ту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 -
Ой, у меня опять отвалились очки. Только теперь у меня другой формы глаза стали, и теперь у меня отвалилось. Ну да, как я вижу, у тебя реально отвалилось, поэтому тебе нужно, наверное, здесь треугольные очки. Спасибо, теперь у меня все хорошо. Ну как я заметила, да, у тебя все отлично просто. И с чем же мне забить воду? Ну, наверное, съесть с водой, ну, что, какого-то цвета? Это зеленого. Давайте огурчик попробуем. Огурчик. Вот так, щесточками. Нет, давайте еще раз попробуем огурчик нарисовать. А что может быть зеленое? Даже не представляю. Ну, из овощей, там, фруктов. Ну, я попробую рисовать просто огурчики. Просто в разном положении. Так, давайте вот в этом положении попробуем нарисовать огурчик. Может быть, начнем сверху рисовать? Может быть, в этом вся причина? Давайте попробуем малюсенький нарисовать. Ну, как малюсенький, он нормальный. Но огурчики обычно такие длинненькие все. Да. Ну, на самом деле, я не очень люблю огурчики, но солененькие я люблю. Ну, и обычно я тоже люблю, но если их посолить, то они вообще такие вкусные. А вы любите огурцы и так далее? А я тут пока пытаюсь нарисовать огурчик. Красивенький такой, чтобы он подошел. Потому что что-то не нравится им. Не нравится ему огуречек. Может быть, у меня гнилые какие-то огуречики. Давайте попробуем разукрасить. Может быть, тогда будет понятно. Или у меня слишком толстенькие огурчики. Нет. Давайте попробуем худенький огурчик нарисовать. Я уже думала, что сейчас получится, потому что... И худенькие, и толстенькие не помогают. Что ж это такое-то? Все не помогает и не помогает. Так, может быть, так подойдет? А если так? Никакие не подходят. Так, давайте. Вот, этот ровный.
Нет. Ну что же это может быть? Ну это же 100% огурец. Даже не знаю, может быть, вот так попробуем? Ну это не огурец. Давайте пробуем просто вот так. Ну просто вот так. Нет, не похоже. Что ж, ну, может быть так? Может быть ближе к бокалу? Нет. Может быть авокадо? Давайте пробуем нарисовать авокадо. Нет. Тогда огурчик. Ну, пожалуйста. Все равно не помогает. Ничего не помогает с этим огурчиком. О, смотрите, вот такой огурчик ему понравился. Ну, кстати, смотрите, там есть конец и все. О, ну спасибо, я так люблю огурчики. Ну да, заметно, как ты любишь огурчики, тебе никакой не понравился. Я сколько времени выбирала огурчик? Тус, тус. Эй, давай выключай музыку. В смысле музыку включать? Ну я не хочу. Ай, придется наушники, наверное, надевать. Но это хотя бы выход из ситуации, где можно послушать спокойно музыку. Чтоб тебя никто не наругал. И теперь еще и мама тоже радуется. Ну спасибо, теперь я могу отдохнуть спокойно. Да, можешь отдохнуть. Почему со мной рядом никого нет? Да, у тебя с тобой рядом никого нет, но теперь, может быть, бокал нужно пририсовать? Давайте попробуем. Да, это было правильно. Мне так жарко, даже теней нет, только обычная вода. А мне нужен тенек. Да, тебе нужен тенек. Какой этот интересный цвет? Зеленый. Может быть, дерево попробовать дорисовать? Сейчас рисую тебе дерево. Теперь мне холодно. Ну как холодно? Не жарко, но уже попрохладней. Ну да, попрохладней. Сейчас 9 часов утра. Чего ты спишь? Тебе уже пора на работу. Раз это не помогает, нужно ему нарисовать будильник. Срочно ему нужно нарисовать будильник. Нет, не похоже на будильник, но ему нужен будильник. Он сейчас все проспит. Все проспит. А, вот здесь еще вот такие колокольчики надо. Вот так. Ой, все. Наконец-то я проснулся. Что? 9 часов утра? Нужно быстрее бежать. Да, нужно быстрее бежать. У меня так живот болит. Да не расстраивайся ты так, раз живот болит и болит. Сейчас я тебе туалет нарисую, смотри. Вот туалет. Нет, значит и туалет может нужен. Может быть, морковка нужна. О, его сразу устраивал, хоть даже я и не дорисовала. Со мной рядом дракон? Что? О, нет! О, нет, тебе срочно нужно меч пририсовать. Это уж точно. Так, вот такой мечок. Тус, тус. Эй! Мне не хватает уха. И где же оно? Ну, не знаю. Раз уха не хватает, так смотри, держи. Не похоже вам ухо, ну что вам не похоже на ухо? Обыкновенное ухо, а вам оно не нравится. Давайте тогда так попробуем. Нет. Неужели я сейчас буду 100 ушей рисовать? Ну, котик, что тебе не нравится? Может быть, попробую тебе разукрасить? Вот тебе идеальное ухо. Нет, давайте вот тогда так. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, приходите в следующее мое видео. Увидимся там!